иди меня искать, я запрятался. Ребята, не говорите, где я. Мама придет, а сыночек в блендере. А папа, ты куда меня-то? Папа, куда? Не надо меня выгуливать в блендере. Папа, что ты делаешь? Пап, не веди меня в зал, я не хочу. Как отсюда выпрыгнуть? Лера, хватит. Лера, не выгуливай меня в блендере. Лера, хватит со мной прыгать. Лера, мне плохо. Лера, меня тошнит. Что ты? Ты меня включила? Лера, я стал пюрешкой. 12, 13, 14, спряталась? Нет! Я что-то слышу, что-то падают вазы какие-то. Я пока в кошечку поиграю. Мне уже тут скучно стоять. Я уже порожек пооблизывал. А это? Так нечестно перепрятываться. Это... А я не перепрятываюсь. Не перепрятываешься? Смотри мне. А где же Лера? Лера случайно не перепрятывалась, ребята? Вы не видели? Мне кажется, Лера перепрятывалась. А что это вдруг бы я перепряталась? Не знаю. Я в посудомоечке еще не мылся. Пойду помоюсь. Пап, нажми зеленую кнопку, пожалуйста. Только не спрашивай, зачем. Просто нажми и все. Круто. Пап, там так прикольно. Там столько этого. Водички. Приз. Смотри, фокус-покус, тру-ля-ля. Берем волшебные бобы. Итак, полет шмеля. У-ху! И делаем шоколадный фонтан на всю кухню. Лера. Волшебных бобов съем. И с волшебными ускорительными зелеными пухами отправляюсь на поиски Валеришки. Лера, ты где? Признавайся. В синем шкафу? Нет. А зачем? Он же прозрачный. А зачем я его открываю, если он прозрачный? Действительно. Слушай, эти бобы были походу пропавшие. У меня кукуха уехала. Малыш, ты где? Малыш, скажи опчки. О, вилка. Потом использую. Вот она! Лера, я тебя нашел. Палец стукали. Туки-туки-туки! Лера, нечестно убегать! Я тебе вон в памперс смотрю. Лера, в холодильнике помирать нельзя, мы с тобой договаривались. Лера, ты чё? Давай кто быстрее. Беру вилочку и делаю хитро финтушами, чтобы опередить Леру в морозилке. Кия! А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец! Спасибо! Ты настоящий искатель приключений! Лера, а давай сегодня с тобой поиграем в прятки. Что? Всем привет, друзья! Мы на нашем канале Валеришка Плей. Продолжаем играть Who is your daddy? Я играю за малыша, друзья. И мы сегодня с вами попробуем поиграть в прятки и, как обычно, поделать всякие гадости и бякости, от которых нам становится плохо, и мы выигрываем. Кто больше всего наделает себе вреда, тот и победит. Челлендж начинается. Так, все, отворачивайся и считай. А я прячусь. Так, куда же спрятаться? Не подглядывай там мне. Так, все. Я не подглядываю, считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Так. Я иду. Все. Так, все, иди меня искать. Я запрятался. Ребята, не говорите, где я. Хорошо, я запрятался. Ты запрятался? Я посчитала до 20, раз, 2, 3, 4, 5. Иди, Лера, иди. Я где-то там, да я очень далеко спрятался. Ты меня никогда в жизни не найдешь. Так, что ты там делаешь, Лера? Ты что там опять мебель буцаешь? Я слышу, что-то падает. Ты главное на меня там ничего не урони. А то я в таком потайном месте. Ты меня в жизни никогда не найдешь. Ага, я знаю, где ты. Где? А ну найди, попробуй найди. Хорошо, а сейчас я тебя как найду и раздадам. Давай, я-то смотрю, ты меня прям ищешь, аж ищешь. Я тут уже всю белизну выпил в моем потайном месте, где я сижу. Все бананы, апельсины, все соски пососал, со всего мыла все пузыри попускал. Я уже тут изо всех сил стараюсь себя убить как можно максимально круче, друзья. Если ты меня не успеешь найти, то я здесь феерично помру. Поэтому, Лера, ищи меня, пожалуйста, быстрее. Друзья, поддержите лайком нас, если вам нравятся такие челленджи. Итак, я пошла. Правильно пошла, молодец. Прям туда и иди. Меня там нету близко. Так, Лера, ты меня вообще искать собираешься? Да. Ну, а почему ты меня так плохо ищешь? Я там скоро уже мама придет, скоро гости все придут. А у нас дома, кстати, ребята, мы в этой серии постараемся не наводить такой бардачело, как обычно. Поэтому, друзья, мы в этой серии мирно с папой и с Лерой играем в прятки. Как мирно сказать? Лера, ты меня вообще искать будешь? Да, я тебя ищу! Лера, я уже всю белизну попил и все соски съел. Так что ищи меня, пожалуйста, быстрее. Лера, так нечестно! Лера, ты видела мое сердце сквозь эту крышку сиденья? Так нечестно. Блин, ребята, Лера нашла меня. Так,
Круто. Продолжаем тогда просто издеваться над самим собой. Кто последний, тот, кто круче всех убьется, тот и победил. Друзья, так, Лера, что ты собираешься делать? Не знаю. Ты собираешься прям грохнуться со второго этажа? Ага. Феерично погибнуть? Лера, я тебе приготовил крутой сюрприз. Смотри, фокус-покус, тру-ля-ля. Берем волшебные бобы. Итак, полет шмеля, уху, и делаем шоколадный фонтан на всю кухню, Лера, круто, уху, зайди посмотри, ты такого еще не видела, такая красота тебе понравится, я прямо покатался, залетел прям в холодильник феерично, можешь идти меня опять искать, уху, круто, я прокатился на своих кокулях, прям и горшок на место поставил, друзья, вы видели, одна минута осталась. Покушаю апельсинку. Это должно мне немножко помочь. Лера, ты где вообще находишься? Ты идешь ко мне кататься? Я не могу понять. Я тут что, зря каток устраивал на кухне? Очень милый и красивый. По-моему, очень фееричный. Лера, ты вообще что, продолжаешь в прятки играть? Лера, ты что, зависла? Лера, я тебя спасу! Спасайте Господи! Меня, я умираю! У меня Лера застряла вообще в позе Нео, ты избранный. Капец. В позе панды кунг-фу. Сейчас надо ее растормозить отбеливателем. Сейчас. Лера, я сейчас прицельно попаду тебе в башню. Смотри. Кидаем. Бздынь. А, короче, я не могу попасть, друзья. Там барьер. Он невидимый, но он там есть. А Лера, короче, забагалась, блин, на ступеньках. Мамка придет, заругает. Скажет, у нас папа с ума сошел. Летает в небесах. Я так проиграю. Пойду что-нибудь вредного себе сделаю, что ли. Пап, я тоже хочу на ступеньку допрыгнуть. Пап, ты куда ушел? Ты зачем на второй этаж ушел? Я проиграл, друзья. Забаганная Лера выиграла. Но, кстати, нашла меня Лера не сразу. Я очень круто спрятался. Итак, я малыш. А я малыш. Отлично, побежали. Посмотрим, что у нас новенького в нашей квартире, друзья. Так. Итак, друзья, кто же на этот раз наделает больше вредностей? Мячики. Пап, ты куда опять? Я, папа, ты что носишься? Папа, ты что, вообще в трамвай играешь у нас по залу носишься? Так играй в игре. Посудомоечка. Я в посудомоечке еще не мылся. Пойду помоюсь. Пап, нажми зеленую кнопку, пожалуйста. Только не спрашивай зачем, просто нажми и все. Круто. Пап! Там так прикольно, там столько этого, водички, дыма. Смотри, тут тоже подмываться не надо. Пап, ты меня сейчас покупаешь, и можно будет меня вечером не купать. Мама придет, а я уже чистый и постиранный. Пап, ты чё, тебя чё, вторащил? Или это я вылетел, вообще тебя вконтачил? Пап, правда здорово я постирался? Не понравилось. Ладно, пойду на лампах кататься. Пиу! Не, без лампы не долетаю. Слушай, без лампы до вентилятора не допрыгнуть. Так, берем разгон. Кия! Бздынь! Дима! Я не попал! Пап, а у нас еще там... Ты не можешь, ты будешь биться. Пап, ты знаешь, у нас тут есть очень прикольная мука появилась и блендер. Хочешь, пойдем тебе покажу. Смотри какой. В нем можно готовить свежевыжатый сок или свежевыжатого меня. Можешь, если включишь в меня розетку, будет сюрприз. Мама придет, обрадуется. Мама придет, а сыночек в блендере. А папа, ты куда меня-то? Папа, куда? Не надо меня выгуливать в блендере. Папа, что ты делаешь? Пап, не веди меня в зал, я не хочу. Как отсюда выпрыгнуть? Лера, хватит. Лера, не выгуливай меня в блендере, я тебя попросил уже. Лера, ты что меня? Лера, уже включи меня в розетку, но учти, я тогда выиграю. Лера, хватит со мной прыгать. Лера, мне плохо. Лера, меня тошнит, что ты делаешь? Лера, прекрати. Как отсюда выйти? Я не могу выкарабкаться. Лера, ты что, меня на второй этаж хочешь зашпулить? Прикинь, сейчас мама зайдет, увидит этот весь, всю эту карусельку. У меня аж вентилятор крутится на голове. Ты меня включила? Лера, я стал пюрешкой. Представляете? Я победил. Два глазика вон катаются, смотри. Победа, друзья. Лера, я не виноват, ты меня сама включила. Не продолжается наш челлендж, называется «Найди себе приключения на попу» или на папу. Сейчас я... А моя очередь искать. Раз, два, три, четыре, пять. Кто не спрятался, я не виноват. Да не быстро такое. Да шучу, подожди. Ты куда пошла? Привет, малыш. Все, начинаем играть в прятки. Итак, я смотрю считай, в дверь. Считай, не подглядывай. Конечно, не подглядывая. Так, я не подглядываю. Я считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ты уже спряталась? Нет, еще подожди.
12, 13, 14 спряталась? Нет! Я что-то слышу, что-то падают вазы какие-то. Я пока в кошечку поиграю. Мне уже тут скучно стоять. Я уже порожек пооблизывал. Я не знаю. Пойду что-нибудь, пальцы куда-нибудь повставляю. Ты тут? Признавайся. Нет у тебя тут? Так, а где же ты? Может быть, в ящичках? О, мыло. Я еще мыло не хавал. Интересно, что будет. А ну, сейчас попробуем, друзья. Так. А что, не получается? Я не могу мыло съесть, Лера, ты представляешь? Ну, хоть джинсы себе постираю, да подмышки помою. Так и сделаем. Так, погнали. Лера, ты где спряталась, признавайся? На кухне? Хорошо, сейчас игривая кошечка тебя поищет. Забыл. Так, все. Подмышки помыли. Мыло все протерли. Ты будешь меня искать или подмышки? Лера, у меня есть более важные дела. От меня мыло упрыгивает. Но я сейчас покажу вам фокус. Мыло, следуй за мной. Мыло ко мне. Ребята, я показываю ребятам магию. Лера, подожди, не задохнись, там где-то там спряталась. Смотрите, Лера сейчас тебя пойдет, мыло найдет. Лера, а ты что там слышишь? А это? Так нечестно перепрятываться. Это... А я не перепрятываюсь. Не перепрятываешься? Смотри, нет, мне. Перепрятываться нельзя. Так, погнали. Потому что я только что зашел на кухню, мне показалось, что ты там где-то бегала. Так, ладно. Ну ты будешь меня искать? Буду, я тебя ищу. Так, погнали. Играем в игривых кошечек. Я иду на кухню, и сейчас я буду тебя искать. Ой, ты мне тут сюрпризы понаделала на полу. Масло поналивала. Так, вазочка. Тут Леры нету. А где же Лера? Лера случайно не перепрятывалась, ребята? Вы не видели? Мне кажется, Лера перепрятывалась. А что это вдруг бы я перепряталась? Не знаю, под стулом нету. Где же наша Лера? Давайте ее поищем. В холодильнике заглянем. Лера! Серьезно? Ты тут? Нет, в холодильнике нету. Я потом сдохну. Выпью волшебную кока-колу, и мне должно полегчать. О, ребята, блин, времени мало осталось. Надо Леру искать быстро. Лера, выходи, подлый трус. Ты что, в зале? Да не, в зале вроде не было. Может, за диваном? А ну, может, на втором этаже? Кия! Так, Лера? Не, нету на втором этаже. Я выиграл, но Леру не нашел. Ребята, блин, а где же она была? Лера, где ты была? Не скажу. Не скажешь? По нулям. Ребята, где была Лера, напишите нам. Так, теперь я опять папа и попытаюсь опять найти Леру. Потому что ты был лузером и не нашел меня. Ну да, мне не удалось найти. Фигово я играю в прятки, а Лера очень круто прячется. Итак, ну что, начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 21. Я иду тебя искать. Пойду пока съем грушу. Лера, ты уже спряталась? Нет, признавайся. Нет. Лера, у меня ЧП. У меня груша ушла за дверь и не хочет больше ко мне. У меня груша пошла гулять с соседям. Я пробую башкой пробить стенку, но у меня ничего не получается. Груша меня не слушается. Сейчас стулом дверь сломаю. Не ломается, слушай. Тук-тук, от меня ушла груша, прям как колобок от бабушки и дедушка. Ой, у меня есть, смотри, молоток. А что, молоток можно в розетку впихнуть? Не хочет. Говорит, не знаю, как молоток в розетку положить. Не получается. Может, соску? Лера, будешь соску? Нет. Не будешь, правильно, потому что я ее съел. Так. Ты что, издеваешься? Лера, ты уже спряталась? Я уже могу идти на кухню тебя искать? Да. Иду. Раз, два, три, четыре, пять. Кто не спрятался, я не виноват. В холодильнике нету, в холодильнике курица спряталась. Схаваю, пожалуй. Так, я позеленел. Морозилки нету. Морозилки не прятаться, там можно помереть. Лера, прятаться нельзя там, где можно помереть. Берем конфетку. Это должно добавить нам мозгов. И мы будем лучше искать. Но почему-то у меня зеленеет экран. О, волшебных бобов съем. И с волшебными ускорительными зелеными пуками отправляюсь на поиски Валеришки. Лера, ты где? Признавайся. В синем шкафу? Нет. А зачем? Он что, прозрачный? А зачем я его открываю, если он прозрачный? Действительно. Слушай, эти бобы были, походу, пропавшие. У меня кукуха уехала. Лера, ты в этом шкафу, признавайся? Нет? Тю, ё-моё. А в каком ты тогда шкафу? Лера, я тебя заколебусь искать. О, пистолет возьму. Слушай, мы его так долго найти не могли. А он, оказывается, тут легонечко лежит. Тихонечко в уголку на кухне и молчит, представляешь? Так, Лера, ты там? Отбеливатель не пьёшь? Батарейки не хаваешь? Нет. Признавайся мне. А то, смотри, сейчас пульками постреляю. Так, в этом шкафчике проверяем. В этом Леры нигде нету. Где же наша Валеришка? Малыш, ты где? Малыш, скажи опчки. О, вилка, потом использую. Вот она! Лера, я тебя нашел! Вали, 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 в
Туки-туки-туки! Вера, нечестно убегать, я тебе вон в пампер, смотри, всю обойму выстрелил. А в холодильнике прятаться нельзя, перепрятываться уже нельзя, я тебя нашел. Лера, в холодильнике помирать нельзя, мы с тобой договаривались. Лера, ты чё? Давай, кто быстрее? Беру вилочку и делаю хитро финтушами, чтобы опередить Леру в морозилке. Кия! Итак, ну, я убился током, а Лера замерзает в холодильнике. Кто же выиграл? Лера. Я проиграл. Холодильник победил розетку, друзья. Блин, обидно, досадно. Ну ладно, ладно, ладно. Зато я тебя нашел, друзья. Я тебя тоже нашла, поэтому не нужно. Поддержите лайком эту серию. Смотрите все видео на наших каналах. Валеришка Максим, Play Games. Все ссылочки в описании, не пропустите. Ведь мы все стараемся только для вас. Потому что вы у нас самые лучшие. Мы всех очень любим. Всем пока-пока. Не повторяйте то, что мы вам сегодня показывали. Это очень опасно.